В музейно-выставочном комплексе прошло торжественное вручение первых паспортов. 10 юным гражданам Российской Федерации удостоверение личности вручил глава округа Владимир Ужицкий. И вы вот с этого дня имеете все права гражданина Российской Федерации. Понятно, что права – это большое счастье, и права не прописаны Конституцией. Конечно, паспорт налагает определенные обязанности. Я могу зарегистрироваться на, возможно, любые секции. Могу поехать в любую точку нашей страны. Честно сказать, это волнительно, но все же приятно. Очень приятно, что организовали такое мероприятие в честь нас. Напомню, что в праздничной церемонии выдачи первого паспорта может принять участие каждый подросток. Для этого нужно указать при заполнении заявления вручение в торжественной обстановке.